Слава Иисусу Христу, дорогие люди! Всем хочу вам пожелать хорошего пути, доброй дороги. Ни у кого ничего не прошу, ни от кого ничего не надо. Хочу вам напомнить, что приближается праздник... Приближается праздник Пасха. Пасха — это не крашеные яйца и не куличи на столах, и не бутылка водки или бутылка вина. Пасха — это Христос, который был заклан за грехи наши. Христос за место каждого из нас пострадал на кресте. Об этом говорит Святое Евангелие. Но говорит, что Христос заплатил на кресте за тебя, меня, дорогой человек. Вместо каждого из нас Христос принял наказание муки на кресте. Он заплатил. Если человек уплату Христа принимает, то Христос оплатил. Если Христа отвергают, не принимают, то сами придется платить вечно в аду. Об этом говорит Слово Божие. Написано, кто не покоряется благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, подвергнутся наказанию вечной погибели от лица и от могущества Его. Так говорит Слово Божие. И поэтому Христос, Он сегодня призывает покаяться. Он не только умер на кресте, не только заплатил, Он воскрес. Мы на праздник Пасху говорим «воистину воскрес». Это истинная правда, что Иисус есть живой. «Покайтесь и веруйте в Евангелие», так говорил Христос. Покаяться – это признать свои грехи и попросить прощения. Верить в Евангелие – это исполнять Слово Божие. Пусть Бог благословит вас. Поэтому читайте Евангелие, молитесь Богу, призывайте имя Господа Иисуса Христа в свою жизнь. Также я призываю всех людей молиться за нашу страну, чтобы Бог вступился и защитил, чтобы это кровопролитие, оно прекратилось, чтобы пришел на нашу землю мир и спокойствие. Храни вас всех Господь, доброй дороги и крепкого вам здоровья. Спасибо.